На примере Оксаны мы сегодня показали тренды сезона. Всю одежду подбирали в магазине NUS. Первый образ – это пальто в клеточку, вязаный свитер и брюки-полоску. Обратите внимание на пальто, на форму трапеции скрывает широкие бедра. К тому же она выполнена в цветах сезона. Во втором образе заслуживает внимания металлическая блузка, она тоже в тренде сезона. Ее мы скомбинировали с классическим тренчем, который должен быть в гардеробе каждой модницы. Третий образ – это платье в пол с цветочным принтом, который смотрится очень женственно. Такое платье лучше носить с туфлями на каблуках и можно подчеркнуть талию ремешком. В холодное время года можно накинуть тренч на плечо. Sent us down so we could build a playground.